Городские власти откроют новый автобусный маршрут из Мирного до базы отдыха Чуаналыр. Первые пробные рейсы начнутся уже 10 июня. Автобус будет следовать по маршруту городская библиотека, магазин «Водолей», ландшафтно-этнографический комплекс «Земля Аланхо». Время отправки в 11 и 14 часов. Добраться до места можно будет за 200 рублей. Пока маршрут запускают в качестве эксперимента. Если пассажиров будет достаточно, в мэрии обещают сделать этот маршрут постоянным. В том случае, если он будет востребован и будет полное наполнение, значит, тогда мы продолжим эту работу, и автобусы на Чуаналыр будут курсировать в выходные дни все лето.